28 лет. Рост 1,90 м, как свадьба рапа, я не знаю, я не был. Будет играть Дима из Тюмени. Дима, привет. Дим, привет. Оля Смоликова, привет. Как дела, как воскресенье проводишь? Лера неплохо потусила в Киеве. Скидывайте фотки мне в директ. Я посмотрю. Слушай, а есть какое-нибудь твое фирменное блюдо, которое вот если мы оказались в Тюмени, то в ресторане. А что Глеб хочет, потеплели? Да не, я думаю, это просто Глеб ради пиара сделал. Не более того. Потому что он сидел. Блин, ребят, я не в курсе. А за что сидела, расскажите. Полина, привет. Брянск, привет. О, еще мой один фанат появился. Иосиф, тебя Катя обожает какая-то. Катя, сколько ты весишь, скажи лучше. Потому что если меньше 100, как бы разговор не пойдет вообще. Ура, по свадьба 17 июня. А, в инете такая инфа прошла. Ну, может, это слухи. Слухам нельзя верить. Спасибо за... О, Саня, здорово. Че там? Купил битки, успел. И уже опять в рост пошел. Одесса, привет. Лили, передай привет из Флорешт. Хорошо. Если не забуду. Спортом? Вопрос неправильно задан. Надо было задать, а давно не занимаешься спортом? Вот не занимаюсь полгода, да, а до этого почти все время занимаюсь. Сегодня 18 июня. Ну, логично. Вчера у них была свадьба, да. Все правильно. Она не татарка, ребят, вы что-то. Она молдаванка. Так, Йосю ждут в Брянске на шашлыки. Серьезно? Да, но он сейчас выезжает, я думаю. Ребят, я еду, короче, в Брянск на шашлыки, мне позвали только что. Серый, подпишись на меня, разговор есть. Ну, давай ты сам мне напишешь. Так. Нет, мои родственники не против того, что... Всем привет. Лиля. В Беларусь не попадаешь под закон о тунеядстве? Нет, я официально работаю в России. Скажи Иосифу, я к нему приду. Скидывай фотки, я Йоси покажу. Я думаю, он это, ну, ради интереса посмотрим. Но Саша, он сказал, не против. Саня, еду, постригся, еду обратно на поляну. Привет, Аина, Анара. Ребят, всех врачей и медсестер, и медбратов, с днем медиков. Пусть вам обратно выдают какой там этиловый спирт для обработки вместо этой спиртжидкости. И тогда у вас будет все хорошо. Нет, не был на свадьбе, у них свадьба не эфирная была. Баб, нету баб, пацаны, нету. Нужны бабы, да? Ну, я в следующий раз возьму, хорошо. У тебя парни с тобой общаться? Да? Не, у меня тут девочки, сама. С операцией? С какой? На уши? Да я передумал, я подумал, что и так нормально. Выходных очень мало. Один, ну, 2-3 в месяц. Это в хорошем случае, точнее. Почему? Юлю как чмо оскорблял. Блин, ну достала она меня, я же до этого долго держался очень. Больше, ну как бы, больше не буду никого оскорблять, уже не хочется. Хочу познакомиться, это возможно. Смотря для чего. Если есть какая-то конкретная цель, не касаемо отношений, но что-то интересное, то можно. Операцию на уши не делал. Не буду. Вы не приглашены? Нет, никто не приглашен. Дай слово, что приедешь в Сочи. Зачем? Аж пиджак завернул.
брови, ну, как видите, уже давно. А до проекта чем занимался? Фитнесом занимался и инвестициями. Никто. Так, спасибо. Йосиф в студию, пожалуйста. Хорошо, так. Ты еще одно придет, не помню. С Лилией 5 месяцев уже, по-моему. Что-то такое, около того. Не ревнуешь Лилю к Йосифу? Это как-то странный вопрос. Привет, Башкортостан. У нас уже третья ваша землячка на проекте за последние 2 месяца, по-моему. По поводу зарплаты. Зачем тебе читрар? Ну, блин, ну, нужна. Что сделать? Из пудов трахнула дом 2. Не всех, я хорош. После дома 2 в принципе, тем же криптовалютой, если вам это о чем-то говорит. Вот. Ну и реклама, я думаю, тоже. Привет, смотрю твои эфиры на Дом 2. Ну и как тебе? Танис Биробиджана, привет, не грусти. Тебя очень красиво, спасибо. Согласен, главное харизма, уши вообще не нужно трогать. Я что-то подумал, они очень красивые. Правильно, будете голосовать за нас в конкурсе. Скоро конкурс начинается. У Лили рост 1,59 м, 1,60 м, что-то такое. Как дела? Прекрасно. Где Лиля? На поляне. Пиши, как твою маму зовут, поздравлю с днем медика. Потому что непонятно, кого поздравлять. Я ну, больше так больше, ничего страшного. Не обращай внимания на провокации. Не обращаю. Иногда хочется поругаться, потому что надоедают уже. Почему Лиля стала похожа на Майкла Джексона? Ну, это у меня такие ассоциации. Она, в принципе, не похожа, просто нос чуть-чуть похож, и все. Я белорус, не русский. Привет, Минск. Так. Йоси, тебе не противно смотреть на Сашу, спрашиваю? Йоси. А, ты ко мне зашел, да? Да, он сейчас ответит вам сам. Кому цветы? Как вы думаете? Так, настроение прекрасное. Так, Юля влюблена в Йосю. Хорошо. Мне 28 лет. Ну, там какая-то женщина с ребенком в тебя влюблена. Ну, я люблю детей. А, да. Юля, короче, у тебя все шансы. Бывал в Крыму? Да, в Севастополе был один раз. Я напишу тебе в личное сообщение, ты приедешь со мной. Не факт, не знаю. Едем на поляну. Дом 2 – говно. Да сами вы говно. Кто так считает? Официально работаю на Доме 2. Где я могу работать? Сереге Кучеру из Магнитки привет. Хорошо. Видишь Лилю вообще в роли мамы? Ну, попозже, не сейчас, через пару лет, возможно, да, почему нет. Да, общие правила. Забирают и на час дают, с 12 до часу ночи. По дому еще не соскучился? Соскучился немножко. Может, в июле приеду, не знаю. Посмотрим. Блин, так быстро пишите, я не успеваю. Сейчас буду быстрее читать. Сереж, покажи фотку Иосифа, пожалуйста. Так у тебя крест там нарисован, что ему показывать? А, ты скинула в директ? Так обязательно покажу. Катя, конечно. Так, хочу на Дом 2, на кастинг. Свадьба Рапунцель, как тебе?
Ну, судя по фото, то, что там было, ну, как-то не очень, да, честно. Какой-то лимузин был дешевенький, что-то Димас, походу, сэкономил. Все-таки обманул Ольку. Не потратил все деньги, да? В каких войсках служил? Военным юристом служил. Так, дальше. Драки настоящие или постановы? Настоящие.